Напомните о статьях закона пьяницам, дебоширам и мелким хулиганам. При участковых пунктах полиции Чебоксар прошел единый день заседаний Совета профилактики правонарушений. Ты имеешь право находиться на улице в ночное время суток только до 22:00. В 10 вечера ты должен находиться не у друзей, в подъезде, в каком-то кабаке или в баре. Ты должен находиться дома. Один зависал с друзьями в подъезде, другой наспор стащил шоколадку из супермаркета. Несовершеннолетним правонарушителям напоминают их обязанности. Рядом со школьниками взрослые люди, тоже забывшие про закон. Заседания Совета профилактики правонарушений при участковом пункте полиции в московском районе столицы проходят раз в месяц. Здесь рассматриваются вопросы оперативной обстановки на веренном участке. Приглашаются лица, которые находятся на контроле у нас. В заседании совета участвуют представители прокуратуры района, представители общественных организаций. Ситуация, в принципе, контролируемая. Видим, что приглашаемые лица становятся на путь исправления.